Танцы возраста счастья. Иногда, знаете, вот нужно как бы поставить себя на место и сказать, что нужно себя в чем-то простить обязательно. А танец у нас так и называется. Я прошу тебя простить. Всегда есть за что попросить прощения, но сразу становится немножечко легче на душе. Легче на душе, да, Владимир Ильич? Поехали! Саду цветы, я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда. А память священна, как коплец высокого огня. Прощения, прощения тебе проси не у меня. Я могу тебя простить, как будто песню в небо отпустить. Я могу тебя простить сегодня раз и навсегда. Ты вчера сказала «да», и это слышала в реке вода. Я прощу, а вдруг река простить не сможет никогда. А память священна, как коплец высокого огня. Прощения, прощения тебе проси не у меня. Ай, какие красавцы, какие девчонки! И громче ладошки, громче аплодисменты! Посмотрели на них, сказали, молодцы, они самые лучшие! Еще громче, 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 громче! А девчонкам мы обычно кричим так, три раза умницы и умницы! Еще раз, учи! И еще раз! Умницы. Какие умницы, да! Спасибо огромное, Валерий Ильич, отлично, молодцы, двигаемся дальше. Замечательный танец, очень небыстрый, очень понятный, такой, знаете, линейный, красивый танцы, называется «Свинг». Я приглашаю наши уважаемые танцевальные дуэты на площадку. Выходите, пожалуйста.